Инвалиды-колясочники из организации «Ковчег» в рамках акции «Доступный город» совершили прогулку по центру Владивостока. Акция призвана обратить внимание жителей города на проблемы, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями. В мероприятии принял участие депутат Госдумы, паралимпийский чемпион Михаил Терентьев, который накануне прилетел из столицы России в столицу Приморья. Для того, чтобы горожане смогли испытать все трудности, с которыми сталкиваются инвалиды-колясочники, им было предложено совершить прогулку на колясках вместе с инвалидами. К слову, коляски, на которых ехали горожане, это подарок людям с ограниченными возможностями. В зависимости от травм, не позволяющих людям передвигаться самостоятельно, существует 8 типов колясок. Но даже самые современные средства передвижения не могут обеспечить людям с ограниченными возможностями доступ в места общественного пользования. Для колясочников, вот что я хочу сказать, ничего. То есть в магазин, ни в аптеку, ни в магазин, ни пандусов нет. То есть заехать мы туда самостоятельно, без какой-то посторонней помощи, никак. А везде у нас бордюры, везде у нас крыльцо, ступеньки. Ну, в общем, нету свободного нигде доступа. Ни в поликлинику, никуда, абсолютно даже. Вот в поликлинику надо, мне надо искать ребят, помощников, кто же меня бы туда поднял по ступенькам, чтобы мне попасть туда, в поликлинику, на прием к врачу. Потому что не все врачи ходят на дом. Вот хорошо, что сделали набережную. Вот подъезд к церквям сделали, пандусы ко всем церквям. И несколько этих кафе сделали, ну вот с пандусами. А так приходится сидеть дома, в принципе. Организованной колонной инвалиды-колясочники двинулись в сторону набережной на спортивной гавани. Преодолев несколько десятков метров, они сразу же столкнулись с первым препятствием. Чтобы проделать свой маршрут, им было необходимо перейти дорогу. Однако подземный переход не оборудован пандусами. Перейдя дорогу по проезжей части, люди с ограниченными возможностями продолжили свое движение по направлению к набережной, по пути останавливаясь возле магазинов и культурных заведений, чтобы проверить их на удобство для инвалидов. Такое своего рода испытание провалили практически все места общественного пользования. Так, например, Приморская краевая филармония не может обеспечить колясочникам подъезд к кассе. На центральной улице города инвалиды нашли только одно место, которое готово принять у себя людей с ограниченными возможностями. Это банк ВТБ-24. Путь, который, казалось бы, человек может преодолеть за 10 минут, у людей с ограниченными возможностями занял порядка получаса, так как на протяжении всей прогулки им приходилось сталкиваться со всевозможными препятствиями. Нередко они обращались за помощью к посторонним людям. Не секрет, что где удобно инвалиду, там удобно всем. И особенно в последнее время наш президент говорит о том, что нужно особое внимание уделять маломобильным гражданам, потому что от этого наше общество становится более цивилизованным. Это показатель цивилизованности общества. Если говорить про ДВФУ, который был построен, он полностью построен с учетом всех потребностей маломобильных граждан. Что касается вот даже там набережной, я думаю, она входит, да, в эту программу, и каких-то других социальных учреждений, которые, вот театр оперы и балета будет построен, я уверен, что и там все будет сразу же продумано. Вот строится спорткомплекс «Ледовая арена» на Спутнике, мы уже тоже ездили туда, инспектировали и уже, значит, подсказали прорабам, которые строят этот объект, как необходимо и более корректно сделать те или иные пандусы. Наверное, самое такое яркое впечатление, то, что очень красивый город, находится на холмах, на сопках. И, конечно же, преодолеть те преграды, которые встретились на пути, было очень тяжело. Даже мне, паралимпийскому чемпиону. И те вот люди с инвалидностью, которые с нами шли, нас сопровождали, было видно, что им было очень тяжело. Но, с другой стороны, видно, что город пытается что-то делать, хотя ни один такой бизнес-магазин, магазин, который создан для зарабатывания денег, недоступен для людей с инвалидностью. Город построен очень давно, и, естественно, одномоментно приспособить его очень тяжело. Но, с другой стороны, только общественные организации могут подсказать, что вот на данный момент наиболее эффективно будет для интеграции инвалидов в общество.